Здравствуйте, вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Михнович, руководитель Одинцовского молодежного оркестра. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Рад видеть вас в нашей студии. Совсем недавно вы вернулись вместе с ребятами из Санкт-Петербурга. Расскажите о цели своего визита в северную столицу и о том, удалось ли вам установить рекорд Гиннесса. Да, конечно, рекорд был установлен. 8097 человек исполнили гимн России, мы в том числе, из нашего оркестра было 16 человек, но, тем не менее, эти 16 человек помогли установить рекорд. Что чувствовали, когда находились на «Газпром-арене», когда находились вот в этой массе музыкантов профессиональных, и я так понимаю, что были ребята такие же, как и в нашем оркестре, такого же возраста? Возраст музыкантов был абсолютно разный. От самого маленького, детки на треугольниках, там и 5, и 6-летние были. Было очень много детей, на самом деле. Я думал, будет меньше. Будут профессиональные да, оркестры стоять. Нет, было много детей, и это не могло не радовать. То есть атмосфера была очень позитивная на этом мероприятии. Спланировано на мероприятии было все очень хорошо. Все было компактно, все было в срок. Такую массу людей организовать очень сложно. И у них это получилось. Все прошло очень хорошо. Что чувствовали в тот момент, когда более 800 музыкантов одновременно стали играть гимн России, исполнять его? 8 тысяч. А, даже 8 тысяч. То есть это целое. 8 тысяч музыкантов. Целый футбольный стадион был полностью заполнен музыкантами. Вот это что чувствовали вот в тот момент, масса. Вот в этом процессе? В этом процессе, ну, чувствовалась какая-то гордость за то, что, ну, вообще возможно собрать такое количество людей, исполнить одно произведение вместе. Масса звука, вот эта огромная плотность звука тоже поражала очень сильно. Сзади огромное количество музыкантов, спереди, по бокам. Возможность была как-то сыграться, прорепетировать, или вы прям сразу с корабля на бал? На самом деле, чем больше людей, тем легче играть. То есть, если кто-то где-то сыграл не вместе, или этого не будет слышно. Будет слышно просто огромная масса звука. Поэтому по всему оркестру, по периметру стояли военные дирижеры с тамбурштоками, которые дублировали действия главного дирижера. Это, конечно, помогло. Но на тренировке этих дирижеров не было. И все равно все получилось. То есть, краем глаза мы смотрим на дирижера, и одновременно начинаем играть, и все получается. Чем больше людей, тем меньше будет слышно какие-то недочеты. Откуда приехали музыканты? С каких регионов, городов? Вот с кем удалось пообщаться, познакомиться? Я ведь так понимаю, что вы не только приехали, сыграли и улетели обратно в Одинцово. Еще проходило и общение очень плотное. Конечно, общение. Было, значит, оркестр из 85 регионов России. Я только своих знакомых там встретил. Из Нижнего Новгорода, из Омска, из Тольятти, из Самары. Из Москвы было много оркестров питерских. Очень много было знакомых. Также я встретил своих знакомых, с которыми учился вместе когда-то. Они также руководят оркестрами. Было очень приятно. Опять же, это был просто повод, допустим, встретиться с музыкантами. Это огромный опыт общения. Для детей это большой опыт общения с профессиональными музыкантами. Они теперь лучше понимают, как все происходит, как происходит организация мероприятий, как должно звучать, как работает дирижер с таким большим количеством людей. То есть они максимально погрузились в этот процесс. Конечно. Были свои сложности. Надо было, допустим, виолончелям играть стоя, потому что они виолончели играют всегда сидя. Им пришлось играть, подстраиваться, играть стоя, потому что, ну, весь оркестр стоял, не было возможности сидеть. Также кому-то пришлось учить партию наизусть гимна, потому что они стояли в первых рядах, а некоторые играли по нотам. Вот. Ну, в общем, мероприятие очень было грандиозное. Но вы когда получили приглашение принять участие в этом мероприятии, вы здесь дома проводили дополнительные репетиции? Конечно, конечно. Организатор сбросил по электронной почте ноты. Конкретно там этого гимна, который будут исполнять. То есть есть разные аранжировки, но выслали основную.
Мы, естественно, все эти партии разобрали добросовестно, все выучили. И, конечно, уже когда переехали туда, нам даже ноты, которые там раздавали, не понадобились, мы уже все знали. Расскажите о вашем коллективе. Сколько нашу занимается коллектив... ребят, сколько вам лет, что наш, вы исполняете? Наш коллектив работает с ноября прошлого года, 18-го. То есть нам еще года даже, нет. Нам еще нету года. Первые пару месяцев было такое сложное, сложный процесс набора детей, когда там было 5-6 человек, что-то исполнить было достаточно сложно. Потом уже полноценно мы выступаем с марта. У нас с марта начались выступления. У нас есть программа, в основном это эстрадная музыка пока. Но в будущем я хочу сделать и классическую программу, и какие-то еще, и все время пополнять новыми произведениями, чтобы это было для детей, в первую очередь, интересно. Ну, я так понимаю, что с каждым месяцем росло мастерство и росло количество, наверное, в том числе и приглашений, и концертов, и летом вы тоже выступали. Летом мы выступали сейчас, и еще стабильно. В планах, да, то есть, ну, получается, что у вас такой плотный уже концертный график. У нас, то есть, да. Вы же как концертный такой оркестр действующий. Да, мы уже за лето, за весну-лето мы научились уже компактно со всем нашим оборудованием, с инструментами перемещаться, быстро выходить на сцену, садиться, играть программу. И детям очень нравится. Я смотрю, вот как... Но они уже себя, ходят, вот после Питера, они все-таки себя уже почувствовали такими взрослыми, настоящими музыкантами. Конечно. Эта поездка более сплотила наш оркестр. И желание, мне кажется, у детей большое есть ходить в наш оркестр. Конечно, хочется, чтобы больше было у нас в оркестре людей. Сейчас у нас 19 человек. А набор, человек. Кстати, будет осуществляться дополнительно набор на этот у нас, год? Набора у нас нету такого. Этот год, следующий. У нас просто есть оркестр. Если кто-то хочет прийти участвовать в наш оркестр, он просто приходит. Что нужно играть для этого? Нужно просто желание и возможность. А все-таки каких инструментов вам бы хотелось, чтобы они появились или наоборот усилились? Конечно, чем больше инструментов, чем больше разнообразия тембров, тем будет интереснее звучать наш оркестр. Пока что у нас есть только скрипки, виолончели, саксофоны, трубы, флейты. Но этого мало. Хочется и кларнет, и фагот, и альты. Но, конечно, по возможности. Если к нам обратятся дети, например, которые хотят ходить в оркестр, мы обязательно всех примем, потому что наш оркестр пока что маленький. 18 человек недостаточно. У участников вашего оркестра должно быть за плечами музыкальное образование, школа? Это обязательно. То есть они должны учиться хотя бы третий, не меньше 4 класса, чтобы мы не начинали с нуля, потому что у нас очень большой разрыв по возрасту, от 12 до 22 лет. То есть если придут к нам уже почти профессиональные музыканты, будет сложно, допустим, подтягивать совсем маленьких, ничего не умеющих музыкантов, будет сложно подтягивать. Но, с другой стороны, как раз для юных музыкантов это дополнительная площадка для развития. Ведь не всегда есть возможность именно активно гастролировать. А это и практика, и выход на сцену, и работа с зрителем, и дополнительные конкурсы к фестивалю, уже имеющиеся программы. То есть, наверное, благодаря оркестру рост такой очень значительный происходит. Рост значительный. И еще мало того, дети музыкальной школе, или там дальше училище, они это занимаются сольным исполнительством. А наша задача в оркестре – научить их именно играть в оркестре. Это как бы целый раздел, это мне вообще кажется, должна быть отдельная специальность, отдельный предмет в каких-то там в музыкальных школах или в училищах, оркестровая подготовка, потому что она сильно отличается от сольного исполнительства. Ну и уровень профессиональный детей, конечно, у нас растет в нашем оркестре. Это заметно даже за те полгода, которые мы плотно занимаемся. Андрей Балин на вас засматривается? На ваших детей? Конечно, засматривается. Музыкантов. Да, Андрей Балин и помогает нам в организации и концертов, и
вообще в нашей организации, нашей деятельности. Ну, в принципе, есть возможность у ребят со временем попасть и стать, в общем-то, играть наравне с профессиональными музыкантами. Конечно. В Одинцовском эстрадно-симфоническом оркестре. Ну, конечно, для этого должно быть желание, они должны... То есть тоже определенный резерв, да? То есть вы растите музыкант. Ну, еще наша цель – выявить у молодежи талант и желание к музыке, направить их в нужное русло, чтобы они поступали дальше в училище, потом там в высшее учебное музыкальное заведение, чтобы они получали свою специальность музыканта. И там же дальше у них дорога открыта. Любой оркестр при наличии данных, пожалуйста. Насколько сегодня вообще востребованы хорошие музыканты на сегодняшний день, дирижеры? Изменилась ли как-то ситуация, ну вот если мы возьмем там 90-е годы, да, начало 2000-х, то есть когда профессия была не так популярна, вот все-таки сейчас... профессия это популярна. Я вот сейчас буквально 2 недели назад ездил в Тольятти на сборы дирижеров и организаторов молодежных оркестров как раз. И я удивился, там настолько много есть молодежных оркестров, и они большие, они крупные, там по 80, по 70 человек. То есть профессия дирижера тоже становится такой популярной? Популярной, конечно. И вот эти молодежные оркестры, они тоже способствуют росту, общему росту профессиональных музыкантов. То есть количество их увеличивается, они этим игрой в оркестре уже повышают свой уровень. Потом им дорога уже в профессиональный оркестр. Всегда очень интересно наблюдать за работой на площадке именно дирижера. Дим, а почему ты выбрал эту профессию? Как так случилось? Так случилось, потому что я учился, когда в училище, я сам трубач. Я учился в училище. Потом мне папа предложил, он сам у меня тоже дирижер. Говорит, а ты не хочешь поступить... учиться и быть дирижером. И я подумал, и действительно мне это понравилось. А когда я уже поступил и начал обучение, я понял, что точно это мое. И с удовольствием отучился и работаю именно в качестве дирижера. В чем секрет вот именно профессии дирижера? Как одному человеку удается управлять огромным количеством разных музыкантов и заставлять их звучать так, как нужно именно ему? Самое главное – это индивидуальный подход к каждому. Нужно каждого уметь каждого слышать. Если, допустим… Там то потише, то погромче, да, тут выйди вперед. Если, да? Если можешь, это так интересно иногда наблюдать за дирижерами. Если ты можешь, да, слышать, где кто-то играет не так, как нужно, ну, это самое важное. Дальше это уже такие технические моменты, где-то подправить. Главное вот слышать. Какие задачи вы ставите перед ребятами на новый сезон? Как я уже говорил, я хочу подготовить классическую программу. Эстрадная программа у нас пока остается, мы с ней выступаем. Вот 7-8 числа вот мы уже готовимся к выступлениям на Дне города Москва, на ВДНХ. Ну, у меня в планах подготовить классическую программу. Также у нас в нашем Одинцовском центре развития культуры есть идея. Не знаю, может, я открываю тайну, для всех суперсекретную. Но к 9 мая подготовить концертную программу уже с другим коллективом совместный, посвященный 9 мая. Тоже работы будет отдельная много. Программа. Да, ну пока так. Дальше будет видно. Спасибо, Дим, за интересную беседу. Будем следить за новостями. Конечно же, ждем приглашения на ваши концерты. Спасибо вам. Спасибо вам. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.